Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Все мы знаем, как динамит нагружает систему компьютера, особенно если его вот столько. Но просто троллить стримера взрывами было бы слишком скучно, поэтому я решил поступить интереснее. Я собираюсь на протяжении всего стрима отправлять стримеру донаты, но есть одно но. Алло, нет, да почему именно дома? Я настроил сервер таким образом, что каждый донат будет спавнить рядом со стримером динамит. И чем больше будет донат, тем больше динамита. Главное, чтобы у него не сгорел ПК. А, как лагает, нет, мой комп этого не выдержит, все, остановись. Но перед этим давайте проведем социальный опрос. Если ты когда-либо взрывал динамит в Майнкрафте, то поставь лайк на это видео. А если ни разу не взрывал, то напиши в комментариях, почему. Ну а если вы каким-то чудом наберете 100 тысяч лукасов, то я проверю еще чей-то компьютер на прочность динамитом. А чей именно, пишите в комментариях. И на сервере 18 февраля в 13:00 на Анархии пройдет вайп, так что заходи, карта будет чистенькая. IP у тебя на экране и в описании. И до 4 миллионов осталось 130 тысяч подписчиков. Это по факту совсем немного. И если вы прямо сейчас нажмете на эту серую кнопку подписаться, то на 4 ляма выйдет юбилейный ролик. Ну а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. У Хрейда уже идет стрим, и он не знает, что я для него подготовил. И как мы видим на странице доната, у Хрейда написано: поджечь меня 102 рубля, кикнуть 150 рублей, но нас интересуют с вами бонусы. Взорвать 10 динамитов, взорвать 50 динамитов, и можно даже взорвать 1 миллион динамитов. Если что, Хрейд решил разнообразить свои стримы и попросил моего техадмина добавить возможность вызывать различные события внутри игры с помощью донатов. И одно из этих событий, которое можно вызвать донатом, это спавн динамита. А как вы понимаете, я в этом деле специалист. Поэтому прямо сейчас предлагаю использовать данную возможность по полной. Пока есть такая возможность, нас будут звать... О, отправить анонимно. Почему бы и нет? Даже придумывать ничего не нужно. Анонимно. Отправляем 100 рублей и пишем: привет, я твой подписчик. Удачного стрима. И все, теперь ждем. А вот и мой донат пришел. Пугался! Привет, это подписчик, удачного стрима. Спасибо большое, да. Спасибо за 100 рублей, друг. А, господи, боже, я забыл. Господи, я забыл. А это всего 10 динамитов. Я же попросил Домера, чтобы у меня разные ивенты за донаты случались. Ну вот, вот, это всего 10 динамитов, а он уже испугался. И как вы понимаете, 10 динамитов его испугало. Но сейчас мы будем с вами взрывать 50 динамитов за 200 рублей. Ой, Харри, ты, конечно, вот это круто, да, придумал. 50 динамитов за 200 рублей, опять же таки анонимно. И пишем: хочешь еще задоначу? Пусть ответь. Все, отправляем деньги. И бум-бум вместе с ним. Мой донат ушел, как вы понимаете. А, господи! Ему конкретно везет. Мне очень приятно аноним, но не надо. Я хочу миллион динамита задонатить. Я сижу, читаю чат, пытаюсь понять, зачем эта фигня здесь. Кто ее использовал вообще? Может, тут сундуки стояли? Я сначала слышу, что-то пищит. Вот это вот. А потом вот этот донат. Ну так как Хрейду повезло и его вообще не задел динамит, предлагаю это исправить. В этот раз я собираюсь взорвать 100 динамитов за 300 рублей. Прямо сейчас анонимно мы это все делаем, конечно же. И давайте спросим у него, как твои дела? Нет проблем, наш донат. Я отправил свой донатик. Сейчас мы просто ждем, пока он придет. Господи! Ему опять повезло. 100 динамитов. И он жив-здоров. Посмотрите на его выражение лица. Бубух. Бабах. Не успел, оказывается, убежать. Там оно... Да взорвало его все-таки. Немного. Рейд, у меня дела были в порядке. Аноним, спасибо за 300 рублей. Но у меня минус инвентарь. Давайте мы вернемся на Home Base. О, можно будет его, кстати, дом бахнуть, возможно. Взорвать 300 динамитов 500 рублей. Ну, слушай, я считаю, это успех. Это успех, поэтому нужно написать что-то такое интересное. Изучать оно будет так. Интересно. И мы отправляем наш донат вместе с TNT. Хотя, мне кажется, его компьютер вообще не выдержит вот этих вот вообще динамитов, потому что он рассчитывал, что их никто не отправит, а тут появился я. Дезубис бесполезный. Давайте. А вот мой донатик. Бум, шакалака, да ну нет, бум, да шакалака, ну бум. Я уже, я просто до всего уже допёр. А там 300 динамита, он сейчас прогрузится, вообще весь мир разорвёт. Аноним, ты успокоишься или нет? Спасибо, очень приятно, аноним, честно. Извиняюсь, что я так реагирую. Аноним, ну я стою просто на аукционе, закупаюсь чисто, никого не трогаю. Тут как бы мне приходит донат, я очень благодарен, большое тебе спасибо, ну ё-моё.
Понимаешь? Нет, за что, я собираюсь взорвать твой дом в Майнкрафте. Я не помню, штук 300? А если бы я сдох? Ну ладно, раз Рейда 300 динамита не берет, мы взорвем 500 динамитов за 1000 рублей. 1000 рублей вот в этот раз, а 1000 динамитов, возможно, у него уже начнет лагать компьютер, как бы. Но сейчас мы это с вами и узнаем, выживет он либо же нет. А я предлагаю написать, прости, ПЖ, я больше не буду донатить. И отправляем маны. Так, окей. Мой донатик сейчас должен динамит заспавниться. Да ты... А, вот он! Досрой! Нет, 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 нет! Господи, боже... Ёкарный чебурек! Вы посмотрите на его выражение лица, он там вообще просто-напросто офигел от этого. Почти всю шахту разорвало, ё-моё. Аноним, спасибо тебе большое за... Да не за что, я тебе миллион большое динамита задначу, брат. Все для тебя. Но, понимаешь, сейчас уже пошли вот такие настройки, то что вот... Вот от этой суммы и выше динамит спавнится сферой во мне. Понимаете? Понимаем. А прикол в том, что как бы мне надо было выбраться. Вы видели, я ломал динамит как ненормальный. Все, не надо, успокойся. Это было 500 динамита, по-моему, аноним. Большое тебе спасибо за поддержку. Не за что, больше не надо. А, больше надо, понял. Понял. Вот сейчас вам будет повтор, где он сказал «больше надо». Больше надо. Только что на ваших глазах 500 динамитов разнесли шахту, а мы прямо сейчас взорвем 1000 динамитов за 2000 рублей. Ну, Хрейд, я бы, конечно, от 2000 рублей офигел, а тем более от 1000 динамитов. У него, кстати, там в моменте начал подвисать компьютер. Вообще, выдержит ли его комп миллион динамита? Или хотя бы 1040? И давайте напишем «я пошутил, у меня есть еще деньги». Вот Харейд, тебе не повезло, конечно, задонатить. Смотрите, как Харейд продолжает дальше искать базы на анархии. Да, я свой донат отправил. Вот он, вот мой донат. Нет, 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 стой, стой, стой. А у нас гуляночка. Подруг, нет. Тихо. Пес он везучий, 1000 динамита пережил. Аноним. А шахты опять нет. Спасибо большое за поддержку. Аноним. Да-да. Ты понимаешь, что если бы не моя реакция взять тотем, я бы сдох. Но самое главное, что это можно исправить в следующем донате. 2000 рублей, аноним. Спасибо. Ты даже не раскрываешь свое имя, друг. Ну ладно, давайте ему раскроем свое имя. Меня зовут Максим. И сейчас 5000 динамитов. Ну это уже все. За это 100% Лукас. А мы отправляем 3000 рублей за 5000 динамитов. Хрейд, вот это, конечно, у тебя цены. 3000 рублей за 5000 динамитов. Вот пришел. А у нас... Да! Выпустите, выпустите, выпустите. А что ты убегаешь? Нет! А, как же! Трындец у него даже зависло, ё-моё! Хороший бум-бум получается. Мне так FPS сейчас просел, это капец. Мне кажется, его компьютер не выдержит миллиона динамитов. Максим. Да. Очень приятно, ну-ка, Заш. Разнакомство. Знаешь, я сказал то, что ты не раскрываешь свое имя не для того, чтобы ты заднатил. 3000 рублей! А для чего? Я думал, для этого. Большое спасибо, аноним. Но все! Остановись! Стоп! Стоп ит! Стоп! Стоп ит! В смысле? Это только начало! Максим, ты посмотри, что ты натворил. Это не я. Это вот был когда-то красивый лес. Ну, кстати! Кстати! Да не. Чего вы меня в чате палите? Знаю домера, господи, я же ему вот, буквально вчера типа написал, можешь мне эту же штуку сделать чисто ради интереса? Он такой, да, без проблем! Вот. Это не я, да, значит, чат, не палите меня. Доверьтесь мне, это все делает Максим. Взорвать 10 тысяч динамитов, 4 тысячи рублей. Ну, слушайте, у него от 5 тысяч начал уже подвисать, а вот от 10 тысяч динамитов, ну, должно пойти в 2 раза больше, и он 100% не переживет вот этот вот бум-бум-шакалака. Я уверен, я на все 1000000% уверен, потом надо будет отправить ему донат, когда он дома будет. Все равно скоро вайп, IP в описании, заходите. И мы пишем, сможешь сделать мне сильно... Сигну ПЖ и скажи, сколько тебе еще нужно денег? Отправляем донат? 4000. Мой донат. Нет, 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 пожалуйста. Веселая песня? А какой веселый динамит. Нет, 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 4000, нет, стой! Ау, ё-моё, как ФПС страдает-то. Трындец какой-то. Мне кажется, вот сейчас 100% он не выживет, потому что, ну, 10 тысяч динамита! 10 тысяч! 2000 years later. Ёкарный чебурек, вы посмотрите. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тотем, тотем, не надо. Тотем! Тотем! Как? Он выжил! Он выжил! Так, ребята, вот там координаты.
Я вам тут территорию раскопал, можете строить тут базу. Все, денег больше не надо. Сигну, да, окей, сделаю. Надо? Окей. Я как бы их не продаю, но как бы, ну ты тут донатил, я тебе сделаю, окей, без проблем. Ну, раз ему деньги как бы не нужны, я думаю, ему нужен 100% динамит. Взорвать 40 тысяч динамитов, 5 тысяч рублей. Как вы понимаете, сейчас это то, что нам как раз таки нужно. 5 тысяч рублей у нас есть. Если тебе не нужны деньги, то я буду отправлять динамиты. Заранее прости. Давайте в комментариях напишем хрейт прости домера, потому что у меня есть одна очень странная идея, как можно вот эти вот 40 тысяч динамитов взорвать, надеюсь, сервер после этого не ляжет. А мы отправляем 5 тысяч. Я отправил свой донатик, теперь просто ждем, пока он придет. Нет, а вот и он. Нет, он... Алло, нет, да почему именно дома, Максим, нет, ты что? Нет. Ничего где, не знаю. Где конец? Ты... Убегает. Что? Не понял. Сейчас должно бахнуть. Оно сейчас бахнет. Нет, пожалуйста. Ну мой скром, ну нет. А как лагает-то, ё-моё. 40 тысяч динамита, боже. Да ну. Я абсолютно спокоен. Очень громко. Я ничего не слышу. Господи, домер, извини меня, пожалуйста, если я тебе сервер что-нибудь положу. Прости меня, пожалуйста, и прости Максима. Ну я подумаю, прощать или нет. Это сколько этот взрыв идти будет? Ну все, ну хватит! Остановитесь! В принципе, чё, такой дом, наверное, ему больше подходит. Ого! О, динамит остался. Смотрите, ребят, экскурсия. Здесь когда-то был мой дом. Но сейчас-то его уже нет. Мой временный склад. Мой огород! Огород, понимаете, мой был. Огород. Но потом пришел Максим и заспавнил в моем доме 40 тысяч блоков динамита. И они взорвались. И так как Крейд прямо сейчас отправился строить себе новый дом, я предлагаю отправить ему новый донат. Взорвать 1 миллион динамитов, 10 тысяч рублей. Мы с вами дождались этого момента. 10 тысяч рублей за 1 миллион динамитов. Это же просто-напросто сказка какая-то, правильно? Отправляем анонимно, чтобы Крейд до выхода этого ролика не знал, что это сделал я. И не пишите ему об этом. И пишем, как твои дела? Мне нравятся твои стримы. Ставлю лайк. А вы прямо сейчас поставьте лайк на этот ролик, если вы хотите больше таких подобных видосов. И подпишитесь на канал, ведь на 4 ляма выйдет юбилейный ролик. А я отправляю миллион динамита. Поехали. Я надеюсь, что Максим не задонатит. Мой донатик. Да ну нет. Сколько? Да ну нет. Ну Максим, ну что ты делаешь? Да нет, ну пожалуйста. А куда мне сейчас бежать? Кто плохо понимает и не читал описание? Это 1 миллион динамита. Это весь сервер состоит из динамита. Всё. Он поджёгся. А, как лагает. Нет, мой комп этого не выдержит. Все, остановись. Господи, FPS страдает. Интересно. Как бежать, я не понимаю. У него, кстати, режим бога включился, чтобы он не умер. И прям при нем взорвался весь динамит. А, взрывы тут. А, все, нет. Я даже не знаю, идет у меня стрим или нет, ребят. Трындец, вы посмотрите. Это просто капец. Ёкарный чебурек. Миллион динамитов взорвалось. Пожалуйста, нет. Отпустите меня! Него, смотрите, еще комп справляется. Да нет, все, это весь сервер взорвется, я не верю. Ну все. Максим, зачем? Максим, за что? Максим, я боюсь то, что мой комп этого не выдержит, ты понимаешь? То есть там еще и не один слой? Вы издеваетесь, что ли? Да ну! Домер, прости меня, пожалуйста, я тебе сервер взорвал. Я подумал. Пожалуйста. Нет. Хотя я не знаю, кто взорвал, он или я. Просто FPS так страдает, это капец. Сколько FPS у меня? 37-29, понимаю. Few moments later. Нет! Трындец. Майн сдох. У него все зависло. Максим, зачем? Тоже его знал, зачем? Что прям вот столько, боже, взорвется. Не, ну я знал, что там миллион будет, но чтоб ладно. Так. Крейд, прости. Все. У меня майн вылетел, Максим. Зачем? Ну, мой комп хотя бы жив. Я очень этому рад. А теперь мне надо придумать, как оправдаться перед домером, почему его сервер полностью взорван. Вот именно. А эту отмазку можете придумать в комментариях. И за такое можно влепить лайк джампшуту домеру, подписаться на мой канал, поставить колокольчик. Крейд, ты меня тоже как бы прости, что у тебя все крашнулось. Он не будет знать об этом, что это сделал я. Узнает после выхода ролика. С вами был домер Крейд, у которого все зависло и все легло. И пишите в комментариях, чей компьютер проверить следующим на прочность динамитом. Всем пока!